Всем привет. Всем привет. Мы сейчас едем встречать Кристинкину сестру на автовокзал. Скажи, как ты? Я очень хочу ее увидеть. Вот. Они летят с подружкой из Сингапура, потому что они там учатся, и сейчас мы их поедем встречать. Родители опаздывают, они там задержались, поэтому первыми мы поедем. Дело в том, что они без связи, и мы не можем до них дозвониться, и не знаем, купили ли они билеты на автобус, потому что такси очень сложно было бы объяснить, куда им ехать, поэтому мы, в принципе, они сели на автобус. И, по идее, они уже должны приехать. Так что будем, поедем сейчас и будем их ждать. И надеемся, что все-таки они приехали на тот автовокзал, нашли на автобус все-таки билеты, где покупаются. В общем, сейчас едем встречать. Ура! Мы подъехали к автовокзалу, и теперь все, что нам остается, это только сидеть и ждать, когда же приедут девчонки, потому что вообще никто не в курсе, на какой рейс они взяли билеты. Бывает такое, что билеты вообще только на вечерние рейсы, но у нас нет связи, придется сидеть и ждать. У нас уже приехали папы. Мы сели в машину, потому что на улице невозможно жарко. Там мужики на улице стоят, курят, а мы ждем, и еще нам ждать примерно полчаса. Мы надеемся, что они все-таки сели на автобус. Мы тут с Настюхой ждем сестренок своих. Кто-то старшую, кто-то младшую. Надеюсь, что они все-таки сели на автобус и все в порядке, потому что как они прилетели, никто ничего не в курсе. Мы только знаем время прилета и все. А когда, на что они сели, то есть не подключились к Wi-Fi, вообще нам не объяснили. Поэтому ждем, больше ничего не остается. Подошел какой-то автобус, сейчас пойдем посмотрим, наши прилетели, не наши. Очень надеюсь, что наш. Макс пошел машину закрывать, а мы с Настюхой пошли смотреть, наши, не наши, где наши и кто наши. Папы вон стоят, ждут, смотрят, прилетели или нет. Ну чё? Ну чё? Нет наших? Вроде нету. Через час здесь. Ну понятно, да, где-то через час. Это не бангкокский? Нет, это Саварнамхуни. Походу они на следующем прилетят. Потому что им сказали, чтобы вот до сюда ехать. Да, мы сказали, чтобы именно Фудмарт. А? А тот тоже сюда приходит? Какой тот? Который Бангкок аэропорт. Да. Но это они на бангкокский не могли сесть. Могли. Как? Легко. Блин, ждем дальше. Вторая попытка. Может быть, все-таки они и на этом автобусе приехали. Мы уже тут сидим, ждем уже, кто как может, на лавочках стоим. А, что-то он какой-то полупустой. Ага. А это с Бангкока. Навряд ли с Бангкока. Это не аэропорт. Еще полчаса ждем, да? Мы приехали на автовокзал. Второй автобус, а никого нет. Никого нет. Они не считаются. Наших нет. 17:14. Еще 30 минут. 17:45 нет. Я говорю, они где-то к 6 должны были быть. У нас третья попытка, и если сейчас не получится, то нам с Максом придется ехать на север, в этот, на автовокзал, потому что мы уже очень долго ждем. Мы уже перебрали все слова, которые можно было перебрать. Их все нет и нет. Поэтому посмотрим. В ожидании третьего пока... Третий подход. Третий подход. Где? А поедем. Короче, нам придется сейчас с Максом искать локацию, где тот автовокзал, ехать туда. Девчонок нет уже на третьем автобусе.
По идее, я рассчитывала, что 2 часа назад они еще приедут. Уже 6 вечера, их до сих пор нет, а самолет у них приземлился в час, да, или в два? В два часа. Копейками. А? В 2:05 или 2:05. Короче, да, и вот мы ждем их, и, блин, едем. Вообще, мы даже не знаем, где находится этот автовокзал, но не в наших компетенции думать, ехать или не ехать, надо ехать и искать. Вот так бывает. Там куча автобусов туристических проезжает, а мы на длинные светофоры попадаем, вот сколько мы уже стоим на нем. Да? Да. А вот вы, в отражении Макса Шлема. Если я не ошибаюсь, мы заехали в какой-то корейский квартал, но здесь вообще вот как-то более все аккуратненько, более цивильно в сравнении. Астон Мартин проехал. В сравнении с, ну вот я смотрю на наши кафешечки, да, в русском районе, в квартале, то здесь как бы оно все более такое аккуратное, такое миленькое. Мы реально ни разу не были здесь, а год живем, а тут так прикольно вообще. Приезжаем. Классно. Мы нашли автовокзал. Итак, время 7 часов, девочки наконец-то добрались, поэтому мы сейчас едем уже в саму деревню, потому что, ну, как бы дальше, ну, тут смысла точно нет находиться. Слава богу, доехали. Мы сейчас собираемся и тоже едем туда. Все. Наконец-то мы доехали уже до деревни. Неслись, блин, по трассе, страшно, ветер. Ой, на голове, наверное, вообще кошмар какой-то. Опа-на. Дюха! Дюся! Дюся! Дюся, привет! Иди сюда! Иди сюда! Нет. По-моему, я младшенькая. Дюся. Переживал вот вместе с нами, да? Папа у нас тут крутой. Да, вот. С палочкой и кепкой с концерта Scorpions. Кое-кто ходил? Побитая. Ну так. Брат. Все, давайте, заходите, заходите. Папа, вот еще. Настя уже с подарками. Папа распаковывает подарок. А что это такое? А что это такое? Что-то липкое. В воде. Какая-нибудь какашка липкая. Я знаю, что собачка какая-то. Это корм для собак? Сейчас выпрыгнем что-то. Что? Тараканов сингапурских. Это финтигрушка, медиатор. Медиатор еще. Со значком. Скорпион. Специальный мерч. Медиатор тоже с подписью. Ого. Там еще билет. А, еще билет. А я думал, это чек. Я иду на концерт.
А теперь рассказывай, почему мы вас искали по всему городу? Потому что мы пошли искать автобус. Мы такие приходим, где автобус? Они такие, где можно купить билеты? Уходить туда, куда? К автобусам, да. Пошли к автобусам, они такие, дальше. Мы такие, где можно купить билеты? Они такие, дальше, проходите. Да я тоже слушаю эту развлекательную историю. Я тебе рассказываю 5 раз, ты меня не слушаешь. Так вот, мы такие потом искали, мы 15 стояли, в итоге приезжает автобус, мы такие хотели зайти, они такие, где билеты? Я говорю, где можно купить билеты? Они такие, там, пришлось нам ждать полчаса, пока придет этот автобус. Угу. Потом он ехал 2.5 часа. Вот. А еще очередь на регистрацию была долго. Почти. Она так выросла. От самолета. Ну ты поближе подойди. Ты можешь просто камеру что-то вернуть. Чуть только батик рядом. Ну чё, блин, бегал со вчера. Носился, папа его в бассейн кидал. Батик, пошли в бассейн. Не надо. Я хочу скупаться.